И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жека, и сегодня, ребята, мы будем проходить замечательную карту в Майнкрафте под названием Gravity Falls. Да, ребята, у меня уже многое скопилось видео на канале, посвященное этому замечательному мультику. Да, и сегодня, ребята, мы будем проходить карту от русского создателя, это довольно-таки круто. Вы просили в комментариях, чтобы я снял Gravity Falls в Майнкрафте еще, и я, собственно, снимаю. Поэтому ставим много лайков, и будет скоро еще одно видео про Gravity Falls. А, тут у нас лежит Мейбл, насколько я понимаю, это будет как такой роллплей, типа будем разговаривать с персонажами, выполнять их просьбы. Сундуки стоят, давайте мы откроем. Экскалибур, давайте мы его возьмем, 7 атаки. Давайте мы посмотрим, что здесь еще есть, что здесь еще есть. Что здесь еще есть? Насколько я понимаю, это Хижина Чудес же, да? Да, это Хижина Чудес. И... Дядя Стэн, привет. Отстань, Диппер, не мешай мне смотреть сериалы. Угу. Хорошо. Ну, в принципе, я думаю... Давайте мы поговорим с Мейбл. Да, я думаю, Мейбл нам что-нибудь интересненькое скажет. И уже, собственно, начнем проходить эту замечательную карту. Мейбл. Нет, за что? Так, что случилось? Кто-то украл пухлю. А, ну так пойдем и найдем его. Давай я начну с острова. Хорошо, тогда я обыщу лес, близнецы и детективы идут на поиски. Ура! Вау! Вау-вау-вау, где-то я появился. Ага, что-то знакомое на самом-то деле. Итак, табличка. Если ты ищешь свинью, то тебе сюда. Окей, вперед на поиски пухли! Пухли-пухли, вперед, вперед. Я типа как Диппер, да? Нет, я шаду присок на самом-то деле, ну ладно. Так, что у нас здесь такое, что у нас здесь такое, что у нас здесь такое? Какие-то вот дырки в полу, что это такое? Давайте мы спустимся сюда. Вау, гномы! Уходи, отошел, пишут мне не в чате. Давайте мы будем убивать. Блин, какой-то жестокий, просто страшные тайны Gravity Falls. Диппер убивает гномов. Уу! Черт, 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 я не хочу умирать, я не хочу умирать, я не хочу умирать. Тихо, 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 тихо. Так, они что, за мной что ли побегут? Отошел! Уходи! Отошел! Мать твою, они сейчас убьют! Капец, гномы просто, гномы бешеные какие-то. Уходи! Кыш, кыш, убил одного. Убил одного, убил одного. Так, отлично, убил второго. И убил третьего. Фух. Так. Какие-то нифига мне в чате написали, ну ладно. Так, и идем дальше, идем дальше. Опять гном, еще два гнома осталось, давайте мы их тоже завалим. Отошел! Уходи, уходи, отошел. Просто копатель онлайн, ребята, просто копатель Gravity Falls. Так, ну я как понимаю, где-то пухля должна быть где-то здесь, или я еще правильно двигаюсь? Воу! Что они, гномы, что ли, почистили пухли? Вот это как-то вообще охреневшие гномы. Вау! Убивают, 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 убивают! Тише, 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 гномики, гномики. Осторожно, я вам не причиню зла, я всего лишь хочу вас всех убить. Вот, поэтому... На, получи, получи по заднице. Получи! Вау! Вау, 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 вау. Тихо, 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 тихо. Тихо, гномы, успокойтесь. Почему гномы такие агрессивные? Чего они... О! Подозрительное место написано. Ну, значит, я правильно двигался. Осталось только убить всех этих странных гномов. Воу! Воу! Они прыгают за мной! Они все в воде! Они все в воде со мной купаются. Уходи, отошел, уходи, уходи. Все, 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 я ушел. Я тебя просто убил, хорошо? Потому что они какие-то реально сильные. О, господи, еще три гнома. Мать твою! На, на! На, на! Два хп, два хп, два хп, два хп, просто два хп. Наверное, мне нужно было найти какую-то броню там в этом. В хижине чудес, потому что. Я вообще не понимаю, как их убивать! Умри, умри! Умри! Кыш! Кыш, все, хух, убил, убил, убил гнома. Так, ну и где пухля? Где пухля? Тут пухля. Окей, я иду к тебе, пухля. Так, это какой-то. А, типа паркур. Ну, с паркуром у меня, слава богу, проблем никаких не, думаю, не возникнет. Хотя не знаю. Так, понятно. Я уже думал, что это все просто. Оп, оп, оп. Отлично. Отлично, и все, мы добрались. О, главный гном, привет. И что с тобой делать? Ладно, я понял, если ты пришел, то хорошо, мы отдадим тебе все золото, деньги, траву, тайны вселенной. Какую траву? Мне, пожалуй, хватит свиньи, такой с огромными милыми глазками. А, это ту, что мы нашли возле нашей пещеры. Но мы, типа, вегетарианцы, обменяли ее огромным накачанным мужественным быкам. Так что тебе к ним? Хорошо. Но это, скорее всего, не мужики и не быки, да, это мужикотавры, насколько я помню. Так, а это у нас пухля? Это не пухля? Это не пухля. Наверное, нет. Ладно, куда... А где нам найти пухлю? О, какой-то паркур! Вот, мне кажется, нам сюда. Паркур, паркур, паркур. Это новое движение. Оп! 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 Конечно, я думаю...
создатель этой карты на прохождение какой-то, ну, я бы сказал, не очень знает историю. Вот, потому что он как-то все с ошибками пишет. Конечно, да, русские создатели не всегда удивляют своей непроработанностью карт, но мне нравится, что это Gravity Falls, это довольно-таки круто. Кстати, тот самый водопад, который показывается в заставке все время в начале. О, тут был водопад, господи, ему же можно было реально залезть. Что-то я ступанул. Тихо. Так, и нам нужно... Вот, опять паркур. Хорошо. Паркур. Так, понятно. Оп. Паркур. Ура. Отлично допрыгнул. Ой, что-то меня подлагивать начало. Оп, паркур, допрыгиваем. О, мужикотавр. Это же мужикотавр, правильно? Привет. Эй, ты чего сюда пришел? Мне нужна свинья моей сестры. Ну что ж, докажу, что достоин узнать ее судьбу. Мужицкая битва, медали квест. Мне нужно убить какого-то кека. Кека, привет. Что, можно говорить? Нет, нельзя. Ну ладно, так. О, вот этот, наверное, чувак. Воу, кто это такой? Типа главный. Воу! Как тебя убить-то, ё-моё! Воу. Какой-то он жесткий, ребята. Он какой-то жесткий. Прям вообще. Давайте забиваем. Вот на чем он, интересно, катается? На жопе себе просто летает. Это довольно-таки прикольно смотрится. Я тебя убью, мать твою! Так, отлично. Мужицкая битва! Так, угу. И чё это? Чё, я его убил, и чё? Чё теперь? Все, один из одного, и теперь я могу сдать квест этому чуваку, наверное. Пойдемте к нему сходим опять. Я с тобой говорил, чувак? В общем-то, такое дело. Мы не смогли ее поделить и поменяли на цистерну молока у призраков в старом магазине. О, боже! Теперь нужно какой-то старый магазин идти к призракам. Окей. О, я помню эту серию, когда Венди, Диппер, мы пошли в эту хрень, в этот заброшенный... магазинчик, только я, насколько я помню, Диппер залез в него через крышу как-то. Ну, я же правильно понимаю, что так нельзя открыть? Поэтому нужно найти как где-то вход сюда. Ну-ка, здесь можно как-то залезть? Я думаю, да, как-то можно вот так вот перепрыгнуть. Так, я понял вас. Перепрыгиваем через дерево. Оп. Теперь сюда. И где-то здесь должен быть проход. Так, где проход-то? А, вот проход. Ура! Так, теперь могу открыть двери, чтобы зайти другим, типа, да. Призрак деда. Вау, я призрак. Опять подростки залезают в наш магазин. Мне 13, и мне просто нужна свинка. Свиньей? Не припомню. Кстати, попробую улыбашек. Воу, я попробовал улыбашек, и типа меня сейчас шторит. А, прикольно, Венди. Я люблю тебя, Диппер, возьми меня. Господи, что за хрень? А ты кто? Ко-ко-ко-ко-ко. 618, ко-ко-ко-ко-ко. Блин, офигительно. Типа я пробовал улыбашек, я там поехал, у меня башка. Так, а чё, куда идти-то надо? Черт возьми. Мне кажется, где-то в картинах есть... О, в картинах есть проход. Тут знак этого. Билла Шифра. Как думаете, мне нужно прыгать? Ну, давайте я прыгну. Воу! Пухли из моего воображения. Привет, меня ищешь? Да, значит тебе пора. Воу, привет. Призрак бабули. А, свинка, пришла странная девочка, взяла ее к себе. А, то есть Мейбл уже ее забрала? Пухля. Так, хорошо. Привет, ты где был? Где я был? Я разгромил гномов, убил самого сильного быка в городе и побывал в доме с призраками. Правда, прости, но Пухля была у милой бабули призрака. А, ты уже знаешь, что прости, а теперь идем веселиться. Прикольно, блин, офигительно, ребята. А это тот самый бассейн, где купался, как его звали, это Русалда, да, насколько я помню. Он сидит Венди, купается этот Кек, или как его там зовут? Гарль какой-то, что это такое? А это, господи, что это? Тоже мужикотавр. О, Зус, блин, в общем, ребят, карта довольно-таки прикольная, поэтому, если вам понравилось, то обязательно поставьте лайки, да. Ну а с вами был Жека, до новых встреч, ребята, всем удачи, всем пока!